Салют, меня зовут Рэй, и сегодня мы играем в Crossout на такой вот сборке. Не помню, кстати, покрасил я, не покрасил. Давай мы покрасим, на всякий случай проверим. Да-да-да, конечно, давай я уберу самое важное, что было тут, что стояло. Самое, что больше всего меня защищало, да? Да. Так, и окей, сейчас перекрасим и пойдем выполнять ежедневное задание. Что у нас сегодня? У нас сегодня надо выполнить что? 3 боя выиграть в миссиях. Сейчас пойдем, короче, попробовать таким вот сетапом выиграть. Я не знаю, как это пойдет, не пойдет. За металлолом. Го. Нам надо, получается, 3 катки выиграть. Не знаю, зайдет, не зайдет эта тема. Но надеюсь, то, что зайдет. Надеюсь, то, что хоть как-то я буду вытаскивать это все. Если нет, ну тогда печаль, печаль. Что поделаешь. Вот. Ну, посмотрим в любом случае. Конечно, по-хорошему было бы получить. Было 3 рапиры. Чем мне мешало? Просто спокойненько дособрать до этого. Ну, давайте, вылазьте. Да нет, не так, вылазьте. Да ну что ты творишь? У меня это как будто одно оружие не может стрелять в высоту, он постоянно получается ставит. А точно, у меня аж одно разворотное. Ладно, пойдем, короче, базу попробуем занять, пока они там все катают. Нам главное это успеть выиграть. Изменилось как-то, она лучше стала ездить, как будто то, что база, короче, стала, то ли что. Если кто-то вблизь подъедет, то будет не так уж весело. Так, мы захватываем базу. Я просто пытаюсь захватить как можно больше базы, успеть. Так, их 4, у нас 2, да? Да. Ну, давайте, выезжайте, что я могу сделать? Отлично, 200 прилетело. Да, блин. Есть, колесо выбил. Так, один есть. Еще не вижу. Отлично. Че, один остался? На. На. Надо разнести их по кнопкам по-разному. Все, победа, отлично. Ну слушай, не ожидал я, что он такая нормальная. Даже хватает, в принципе, всего. Кука. Смотри, нормально набрали. Прерывается. Да ладно, боже, опять МВП получил. Помощь, все нормально. Точно, я забыл. Надо разнести, короче, по кнопкам. Более-менее. Так, что у нас там, куда у нас там, сейчас загрузится, посмотрим. Надо разнести, короче, на левую кнопку поворотную, на правую, ну, короче, как и есть оно, 20 уровень, да, спасибо, если ничего не могу получить. Так, малыш у нас находится слева, значит, его надо увести на левую группу. Отлично, ну, погнали, дожить, что там, 7000 награды. Давай, еще раз поедем. В принципе, если было бы 2 малыша, то было бы, может быть, даже нормально, я думаю. В принципе, логично, что могло бы даже быть неплохо. Так, малыш у меня на этом. В принципе, я отсюда и буду. И еще что получилось неплохо, то что вижу, сбоку закрыт я сам пушками, сзади закрыт куча декора, но типа на закрыт более-менее. Ну, кому-то прилетело на соточку, нормально. Отлично, на 400 прилетело. Но все равно гораздо выгоднее было бы, конечно же, прокидывать этими. Как его? Рапирами, мне кажется. Это идеальный сетап для рапир, реально. Как по мне. Для рапира прям было бы просто гениально, просто идеально. Потому что можно было бы вносить прям
просто такими. Есть. Кто там по мне стреляет? А, сзади. Ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного. И на. Это то, что я ненавидел, да, у этих чуваков, то, что, короче, то, что можно, получается, пушек вынести просто сразу. Оу. А, ну мне тут осталось-то их пятеро в одном точке. Надо было просто не лезть вперед, на самом деле. Я говорю, рапиры 3 реально было бы просто идеально. Вот на этой сборке, если еще получается вес уменьшится, можно будет задние поворотные колеса сделать. Более-менее по кругу она кое-как чем закрыта. В принципе, если бы стояли бы рапиры, то, возможно, так, аккорд. А, единственный выживший, он сейчас кататься будет. А, он решил выйти. Нормально тоже. Так, 400, ну понятно, поехали в бой. В общем, сейчас, короче, получается, мы тупо копим на 3 рапиры. Даже, наверное, сначала мы копим на этот, на малыш еще один, скорее всего. А уже потом копим на 3 рапиры, и там уже посмотрим, что из этого всего выйдет. Но я думаю, что, в принципе, должно выйти огонь. 3000. Честно, сколько будет, если... Так, это что? Угу, понятно. Да. Давай вот здесь постоим. Я, в принципе, думаю, что нам здесь хватит. Ну ладно, допустим. Вообще предполагается, что я вблизь собирался идти. Ну, то есть, почему-то мне казалось, что проще делать вот так. Раз. Типа, и вносить. Так. И, да. Ну, видишь, типа, хотя бы сколько-то урона успеваешь наносить. Но, правда, отсюда легче как будто бы выйти. Да, давай выйдем, потому что... Тут очень быстро слился рано. Мы просто времени много потеряем, пока она будет загружаться. Так. А, вон, надо закончить именно такие бои. Так, 3. И у них 3. У нас по 3, короче, бота в команде. Нормально. Он серьезно? Так, тоже пушка спереди. Прикрывается кто как может. Вот сейчас мы вылезем, и тут будет сразу замес, я думаю. Так, на. На. Да не лезьте вы в одну кучу, так кто ж вас просит, кто так делает-то, а? Нет. Минус колеса и пушки. Дальше ничего не надо. Да блин, все друг другу мешают, на самом деле. Так, запустили, нормально. Во, вот так и надо. Нифига, кстати, она вблизи снимает эта штука. Ну все, а тут дальше меня сейчас разберут, потому что передних колес нет, ничего нет. Короче, нельзя с пушками лезть вперед. Тогда смысл такой сборки, такой, которая низкая. В чем прикол так вот собирать? Типа то, что пока размочат не кабину. Га, у него что, у него за кабина-то такая? Супер бронированная. Аж у него 800 хп. Ну, по-хорошему, надо на самом деле брать кучу обрезов. Здесь вперед. Сейчас посмотрим, кстати, если хватит, ради прикола попробуем купить все обрезы и... поставить кучу обрезов. Тут есть куда поставить, кое-что подвинуть, и в принципе нормально. Я не думаю, что успеет их быстро снести прям моментально. Ну-ка, есть ли на что обрезы сделать? Ладно, давай попробуем, чисто ради интереса. Это больше эксперимента ради. Да-да-да-да-да. Так, сборка. И обрезы. Обрез один вот сюда можно поставить. Да-да-да, уйди, уйди. Один сюда. Даже, в принципе, чуть-чуть просто если подвинуть эту штуку. Ну-ка, двинься, пожалуйста. А, ты только сразу сюда. Ну, давай. А, ну все равно не подвинется, ясно.
когда нюанс получается. Ну ладно, давай попробуем. Понятно, что можно поменять, можно поставить эту штуку, короче, развернуть. Верном. И тогда эти получится развернуть. Но они не станут, понятно. Так, раз, два, обрез. И, в принципе, тогда можно вот это вот декор наш убрать, поставить вот сюда. А ты что, не становишься так? Ты можешь развернуть? Вот, вот так вот. Нет. Отлично. Типа так. Ну, давай попробуем. Ну-ка, тест-драйв. Ну, это только те, которые спереди. Они так быстро уходят в перезарядку. Я первым же делом сбиваю сразу этот. Ну-ка, подожди, ничего не понял. Блинский. Мне интересно, сколько они вчетвером стреляют. Давай. Ну, фигня, да. Такое себе. Я еще даже назад могу стреляться двумя. Конечно, в идеале надо их ставить не сюда, а ставить их, наверное, как-то типа сверху. Как-то я больше ожидал от обреза. Ну-ка, и что, они смогут стрелять оба вперед? Ну такое, конечно, рапира все равно дофига гораздо больше наносит урона. А, ну еще мне не защищены никак стороны, понятно. Ладно, спасибо. Сколько у нас? 6. Два дробаша. Нет, давай, короче, вернемся. Наставить кучу аккордов, но они тоже так себе. Ладно, знаешь, что я думаю, короче, не заходит пока что один малыш, надо малыш продавать. Я, конечно, страдаю в этом плане. И покупать, короче, этот... Делать рапиру снова. Ну-ка, где рапира? Рапирочка, рапира, рапира, рапира. У него есть вот вектор пулемет какой-то. Но мне кажется, что... Защитник. 3 единицы. Вот защитник, интересно, что это такое. А сколько защитник стоит, интересно? Надо просто посмотреть по рынку. То, что вот, типа... То, что, короче, дешевле стоит. Или дороже. Бур, нифига себе, 35. Нехило. Боекомплект, очаг стоит прилично. Защитник, смотри, больше стоит. Малыш больше всего предлагает. А, он продался, но надо ждать 5-3 минуты, по-моему, да? Или я не продал? А, типа он продастся, но со временем. Так, ладно, что у нас получается? Обрезы. Ну, давай ставить, короче, дофига аккордов. Посмотрим, что из этого выйдет. А вы рядом с друг с другом лезете? Ну, их быстро собьют просто за раз, моментально вообще. Ну да, их собьют просто моментально. Их надо как-то тогда прятать, а не так прям на видном ставить. Ну, гораздо быстрее она стала. Так, а сколько стильный вес?
если таким образом. А, ну, в принципе, нормально. Так, обрезы по 6. Ну, окей, так. А что-то мне там надо было выполнить, по-моему, да? У меня же там задание, типа, по поводу... Да, курсовая или башенная. Так, ладно, возвращаем пока что сборку в изначальную ее позицию. Где у нас там малыш? Мститель. И разнесены мы по кнопкам. Малыш, ты слева, давай налево. В бой, погнали. Ну, в принципе, для этой сборки можно просто две вот этих пушки поставить обычных пока что и катать так пока. Не думаю, что сильно будет чем-то различаться. Ну, мы сегодня поедем. Отлично. Просто постараемся ежедневно выполнить задание и все. И там посмотрим, что дальше будет. Так, главное, не лезь вперед. Блин, ну вот эта тема с тем, что, короче, да, не лезь вперед, с одной стороны. Но если бы это были рапиры, то это одно дело. Типа, можно было бы как-нибудь там это разрулить, типа, не лезь вперед. А учитывая, что, как бы, это пушки, тут такой вопрос становится сразу. Да, соточку занес. Давайте подъезжайте. Че я сделал-то? Ну офигенно, я перевернулся просто зачетно. На, союзник, можешь меня перевернуть? Пожалуйста. Алло, спасибо. Больше не буду переворачивать никого на халяву. Ну вот так вот выглядит. Двигатель, рация, еще и эта штука. Вы меня перевернуть можете, не? Кто-нибудь? Ясно. Спасибо большое, просто огромное спасибо. Позахватываю, постою, что уж там. Ну, конечно, да, отбоя много времени, в кавычках, я успел провести. Все. Все. Ну, хоть одного успел. Так, окей, бой мы выиграли. Ладно, не буду пороть горячку с продажей, короче, малыша. Просто возьмем еще одного малыша, сделаем. Вот, и там тогда уже с ними, как с двумя помучимся, покатаемся. Может, я сделаю их выше, просто чутка, чтобы они там могли спокойно. Так, обрезы давай все продадим. Нам просто монеты все равно нужны. Обрезы фигня. Ну, по крайней мере, вот этого уровня. Так, что, сколько ты продаешься? Что еще такого можно продать? Холодильник нет, домкрат мне не нужен, я его не пользую. Рубин нет. И такой вопрос у меня. Сколько стоит сделать малыш? Так, 100 есть, значит, надо 100 меди. А, бочку придется отдать. Так, ладно, 600. Давай купим, короче, металлолом. Металлолом. Смотри-ка, он дорожает как будто. Так, да, купили еще. И еще, давай. Отлично. Сколько у нас металлолома? Так, 400. Надо, короче, рейды катнуть. Бочка есть, это есть. Ну-ка, рынок. Что у нас там еще есть, что продать мне со склада? Фонари.
Как купить можно? Купоны, нет, нет. Бензин не продать. Сотка. Не продается, не продается. Купоны. Ну что они? Ладно, так. А здешних запчастей ничего тоже. Все такое, что... Вообще понимаю, так что запчасти не продаются. Так, ладно, давай продадим. Получу один, ничего не сыграет мне роли это. Ладно, поедем дальше, значит, кататься. Так, у нас из задания что осталось? Выиграть 3 боя. Ну окей, погнали, попробуем еще раз. Там потом получится, поездим по рейдам, попробуем скопить. Короче, нам нужно 4 рейда, что ли, завершить? Как-то много. Ну попробуем это сделать, по крайней мере. Так, увидим, пойдет, не пойдет. С кем там, где первый контакт? А, вон вижу, стал. Я просто не хочу так, ну, типа, расходовать неразумно выстрелы. Так, на. Да что ты мне толкаешь-то, а? Так, на. Не подставляемся. На, отлично. Там сверху стоит один. Не, выше слишком. Отлично. Где еще? На. На. И еще разочек остался нам. Да ты сам себе, блин, нанес. Отлично. Я понял, мне надо поочередно стрелять. Так, зажмем его сзади, короче. И будем... Нет, катать. А у меня патронов больше нет. Можете его убить, а? Серьезно, осталось только я и боты? Ну, отлично. То есть два бота осталось, грубо говоря. А, он захватывает базу. Ну, в принципе, ладно. Вот, значит, как... Морский вариант тоже, что, даже если одно колесо убьют, то типа все равно с колесами поедешь. Видишь, рапира выживший. Все рапиру делают. Да ладно, умудрился еще занять что-то. Давай еще раз скачем нам, потому что нужно металлолома успеть нахапать немножечко. Склад, сколько у меня металлолома? 645. То есть еще один раз я смогу взять еще одну эту. Вот тоже сделать малыш. Или сделать, короче, все-таки рапиру одну. Рапиру. Ездить с этой пушкой и с рапирой. Не знаю, такое. Возьмем, короче, второго малыша. Пускай это будет такой уже сеттинг готовый. Я думаю, что лучше ничего не будет и не собрать до такого уровня. Единственное, что надо будет разобраться с тем, чтобы как-то они... заглядывать могли, разворачиваться, а в остальном нормально. Почему так мимо? О, вот это мы его разобрали. Так, одного есть. Поехали остальных. Все вижу. 400 есть. 200 есть кабина, но только смысл от этого. Да ладно, мне так разобрать. А, ну это рапира. Я говорю, рапира разбирает просто издалека прям идеально. Две рапиры, типа, вообще вот так вот за глаза хватает. Все-таки есть идея собрать одну рапиру.
собрать, короче, продать малыша, поставить две рапиры по сторонам вот так вот. Все с рапирами бегают, потому что с рапирами сам имба бегать, по-моему. Ее избить достаточно сложно, у нее, по-моему, достаточно немало брони. Он последний? А. Успел. Отлично. Ну, может, такой вот сеттинг, кстати, и имеет место быть. Вот так вот. Типа... 3 на 3 колеса. Не знаю, посмотрим. Чё, Персей? Откуда у нас Персей? А вот, что это? Прочность плюс 2. Ну окей. Так, а что у нас осталось? Мы типа все задания выполнили, что ли? Выиграть 8 боев миссий, награды за игру ДДС в металлолом. Воу, выиграть 6 лёстких. Ну, нам есть чем заняться, короче. Так, ага, что у нас там? Нам не хватает меди. Ну, погнали легкие рейды выполнять. Медь. Ну окей, ладно, тогда займемся этим в следующей серии. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся, вступай в группу в Discord, ВКонтакте, в Инстаграме и в Телеграме. Пока, пока.